Стоит лишь взглянуть на этот автомобиль, чтобы заметить сходство с другой моделью. Это же тот же самый Вилар, только в более компактной манере. Не только снаружи. Решетка радиатора, фары, даже дверные ручки. Но и внутри. И даже проекция на лобовое стекло. И все же разница очевидна. Есть и 300-сильный с гибридной силовой установкой. Даже на первый взгляд. 25 ноября в 22:00. Только на «Авто-24».